Саша, давай, начинай. Ты тут как бы один из главных организаторов этого события, помог Никите сюда приехать, поэтому давай твое вступительное слово. Да, ну я просто рад, что приехал мой лучший друг. Я был против его приезда все 2,5 года, которые живу в Австралии, потому что я считаю, что должен приезжать тот, кто, во-первых, заслуживает это, а во-вторых, кому-то действительно надо. И до тех пор, пока человек не определил, нужно ли ему это или нет, лучше не приезжать. Лучше приедет пусть один, кто действительно хочет приезда, знает, зачем ему это образование, знает, как его применить, вместо 10, которые не знают. Поэтому я был против. Человек должен созреть. Ну, в том смысле, да. То есть Никита знал, где я, мы знаем друг друга, не знаю, лет 10, и поэтому, как только он захотел, реально, я объяснил мне, почему он хочет, я сказал, пожалуйста. Так, да, я вот вообще почти что убегаю, так что я все. Ну, давай, спасибо. Я тут на лекциях, так что, да, спасибо. Так, ну, давай немножко сдвинемся, тогда уж, чтобы ты был тут все-таки центрее во внимании. Никит, я тебе буду немножко задавать нетривиальные провокационные вопросы, на которые ты постарайся отвечать достаточно честно, потому что публика у нас сведущая, сведомые ребята, и как бы у нас такие отношения, что обманывать данные бессмысленно. Значит, я тебя поздравляю, кстати, с приездом. Да, спасибо. Очень было приятно тебя видеть. Огромная благодарность Саше, который вот нас сейчас покинул, за то, что он сделал курс молодого бойца, то есть банки, мосты, там, Vodafone, мобильный телефон, TFN и так далее. То есть фактически сделал за меня мою работу. Вот. Это настоящий друг, то есть он тебя не бросал под танки, он сдерживал твой порыв до того момента, когда ты в действительности был это нужный тебе выбор, и поэтому ты прошел интервью. Скажи твои впечатления об интервью, как это было? Ну, интервью, в принципе, ничего такого неожиданного в нем не было, то есть все, к чему я готовился, то в интервью и было. Было пару моментов таких, ну, как я бы сказал, напряженных, да, там, когда вроде как начали меня давить, пытаться как-то там что-то, как будто меня расколоть. Но, в общем, колоть как бы нечего было, потому что все мои намерения, как бы, они были, ну, по сути, не истинными были. То есть это в процессе подготовки документов я просто сам на себя еще раз осознал, убедился в своих истинных убеждениях, намерениях. Поэтому пройти, в принципе, его было несложно. Вот. Ну, а сколько времени длилось у тебя интервью? Так. Ну, минут 20 было оно. Минут 20. Тебе показалось, то есть ты считаешь, что это было достаточно интервью благожелательное? Да, в принципе, благожелательно, то есть меня выслушивали, не перебивали, я как бы высказывал там свое мнение, высказывал какую-то дополнительную информацию, там, даже и ненужную, да, там, по поводу вопроса. В принципе, все было как бы доброжелательно, вот, но говорю, то есть было пару моментов, когда меня вроде пытались как бы так расколоть. То есть это повторяющиеся вопросы, имеешь в виду? Нет, я просто к тому, что как бы, интервью в целом оно было такое позитивное. Вот. Но я думаю, что тоже инспектора эти, они свою работу выполняют, и им все-таки надо людей проверять, я думаю. Поэтому тоже были какие-то вопросы такие провокационные. А ты был в курсе, что сейчас, в общем-то, людей подается меньше, просто подают. Тут не связано с департаментом иммиграции, то, что просто людей меньше подается. И то, что достаточно большое количество отказов, то есть люди, которые не могли как-то так что-то обосновать и мешкали. Ну, ты в курсе был, да? Да, это на тебя не давило, как бы? Да нет, не давило. Портфель у меня был сильный, кейс был сильный создан. То есть было несколько таких дополнительных факторов. Это рекомендательное письмо от сильного преподавателя, то есть, по сути, который отчасти меня также вдохновил на поездку, потому что преподаватель аудит с огромным опытом, он как бы еще во время ну, во время обучения в университете также нам много информации говорил по поводу вот, обучения за рубежом и работы в международных компаниях, там, большие аудиторские четверки, Pricewaterhouse, KPMG, да, Incent. То есть, в принципе, как бы у меня была такая основа, то есть, с которой я уже стартовал. А как ты думаешь, если бы твое учебное заведение имело более тесные связи, вот такая картинка, казалось бы, гипотетическая, но просто вот то, что мы сейчас развиваем, вот эти партнерские отношения между российским, украинским, чешским университетом, ну в данном случае российские университеты, если бы, допустим, вот это вот было как бы направление от твоего учебного заведения, было бы легче или как? Или как раз и это и правильно мы идем в таком направлении? Я даже не знаю, честно говоря. Вообще, вот когда было интервью, все вопросы, они были, по сути, ну, шаблонными. Они были те, которые, там, я не знаю, за год назад, 2 года назад, сколько я вот общался с людьми, да, где проходил интервью, ничего нового для себя не услышал. То есть они не спрашивали меня там по рекомендательным письмам, да, там, не спрашивали там про какое сотрудничество университета, хотя вроде, ну, пытались там, да, наладить это сотрудничество. Вот. То есть я так понимаю, что в сознании вот этих сотрудников, да, посольства, для них всегда есть какой-то вот определенный стандарт. И когда, например, человек, он какие-то дополнительные бонусы набирает в свой кейс, то, в принципе, это, наверное, ну, как это и играет дополнительную роль. Но, опять же, основные факторы, они как бы остаются неизменными, я считаю. Ты говорил, что тебя достаточно много спрашивали обо мне. Что как бы конкретно? Ну, вопросы были, откуда вы узнали об Александре Петрове, откуда вы узнали... То есть образовательном агенте. Да, образовательном агенте. Откуда вы узнали о КОИ. То есть так, такой университет вы не просто найти, скажем, потому что огромный выбор есть университетов. Вот. То есть, что вам говорил Александр Петров. Ну, как-то вот в таком ключе были вопросы. Не предлагал ли миграцию, не предлагал ли работу, что там еще может быть? Ну, по сути, да, были и такие вопросы, но вообще вот основной ключ, что-то вот они пытались добиться, что же вам говорил Александр Петров, вот, про, не знаю, про что именно, но вот не уточняли они. Ну, чем он дышит. Да. Смотри, здесь, ну, наверное, это так немножко неправильно будет сказано, но зато честно. У тебя не создалось впечатление, что департамент иммиграции как-то негативно относится к конкретно Александру Петрову? Да нет, не создалось впечатление, не было такого, как бы, ну, все было в таком одинаковом ключе, то есть я не увидел каких-то негативных нот. Тогда давай, скажем так, гипотетически, может быть, и Саша нам там может в этом помочь. Саша, ты можешь помочь в этом? Нет, он не может, уже уединился. Сейчас, ты знаешь, у меня вот это вот членство в ПИРе, номер и так далее. Как ты думаешь, это могло бы помочь? Ты вообще смотрел, где... Я понимаю, что ты полагаешься на честность Александра, есть на что полагаться и на мою честность, но ты как-то смотрел список агентов учебного заведения, список вот эти вот номерные, это... Ну да, конечно, проверял. КВЭК, по-моему, IELTS. Проверял, да? Проверял, заходил на сайты образовательных учреждений, там видел. Это, как ты думаешь, ну ладно, не для тебя, а для других это сыграет определенную роль, твое мнение? Ну, в каком плане сыграет? Ну, положительное, что, так сказать, это... Понятно, что агент, он в списке должен, иначе он просто не может быть агентом, но список вот этот вот номерной пиаровский, вот этот номер, или на тебя больше. Мне интересно просто знать мотивация. Я не повторяю этот интервью с Ольгой, но мне самому интересно, вот твоя мотивация какая могла быть в выборе учебного заведения? Чисто вот отзыв Ну, Саша? Мотивация, но я искал такой тип учебного заведения, так скажем, такое как бы небольшое уютное заведение, не разбросанные там учебные классы по всему городу, они находятся все в одном месте. Преподавательский состав такой примерно, ну, ровный по составу, да, там никто звезд не хватает. Вот. Но вообще как бы в процессе, я же когда первая поездка у меня была в Австралию, я же там учился просто на языковых курсах в Каплане. Вот, и я там побывал в Каплане бизнес-колледже. То есть там как бы при школе также рекомендуют. Вот, то есть мне в принципе такой тип учебного заведения он понравился. То есть там также уютный такой университет, такой, ну как домашний, можно его назвать. Камерный. Да, камерный. Вот. И в принципе я как бы там интересовался, вот, еще какие вот есть университеты, и в том числе посоветовали KOI. Как бы один из таких университетов тоже по такому типу, но я не знаю, как там, знают друг по другу, наверное, какая-то конкуренция идет или что-то. Но в плане цен, конечно, выигрывает KOI сильно, потому что в Каплане там цена за семестр одному предмету где-то 2200 идет. 2200, это правда. Сейчас больше. Ну и здесь немножко больше, но разница получается где-то 750, наверное, где-то так. Многовато, согласен. То есть вот эта камерность, это интересная точка зрения, потому что многие гоняются за огромное, но честно, учишься в UTS, это огромный комплекс, а смысла-то особого нету, ты все равно один-два корпуса, и какая разница. Ну, тем более преподаватели, они и там, и там. Но это я отвечаю уже на твои вопросы. Ты сегодня получил лицензию, потому что будешь немножко подрабатывать, в том числе на сборке мебели. Интересная, кстати, работа. Чему я на этом заостряю внимание, это не столько даже зарабатывание денег. Постарайся вот следовать Саше, то есть очень хорошо учиться. То есть он у нас человек, один из лучших студентов, Саша и Даринкин. Но, знаешь, вот я для себя понял, что там, где я хотя бы несколько дней поработал, я могу у себя дома даже как бы делать какие-то работы. Вот. Это полезная вещь. Ну, то же самое сборка мебели, на самом деле это подгонка мебели. Так что очень рекомендую. А как тебе, кстати, ты говорил, что тебе национальный состав понравился? На веб-карте? Ну да, мне понравился состав, что там большинство это из UK, Ирландия, Америка. То есть вот состав был вот еще один швед и я. То есть а остальные вот получается англоговорящие все. Интересно. У меня тоже есть студенты, у меня человек 6 студентов из Англии, Ирландии, также немец. Но всех привели ребята, где они работают, они тоже привели, те ребята учатся и работают. Вот что ты ожидаешь от языковой школы? Вот представь себе, Lloyds — это такая школа, которую ты можешь изменить под себя, кастомизацию сделать. И вот что бы ты хотел от языковой школы? Ну, чтобы подготовиться к KOI, наверное, чтобы наработать уровень языка. Планы там у меня стандартные. Как бы свой реальный уровень языка определить, то есть какой прогресс у меня будет за вот эти полгода. Конечно, как бы, наверное, поначалу прогресс будет самый сильный, потому что как бы, язык у меня так немного, скажем так, пошатнулся за последние года два, потому что не практиковал, не изучал его. Вот. Поэтому считаю, что вот за эти полгода это будет такой вот очень ответственный момент, то есть надо будет сильно подтягивать язык, вот, чтобы уже обучиться в KOI без проблем. То есть вот мы на правильном пути, потому что я считаю, что учебное заведение должно готовить конкретного студента под конкретную программу в конкретном учебном заведении. Я понимаю, что это абсолютно идеалистический подход, но, по крайней мере, есть вот именно в этом не делать вообще обучение английскому, а именно под конкретную задачу. Вот я как бы рад, что ты вот это вот озвучил. Что ты ожидаешь от обучения в KOI? Ну, вообще, очень, так сказать, я с большой надеждой смотрю на вот такое международное образование. В принципе, вот, поработав в России, да, по специальности и уйдя, ну, в финансовый сектор, так скажем, родственным с бухгалтерским учетом, вот, попробовав устроиться в Питере, то есть, ну, как бы работал в Новосибирске, основной стаж, попробовав устроиться в Питере в финансовой компании, посмотрев вообще, какие там люди, сколько у них там, у каждого по несколько образований, да, там, то есть это у них как бы за норму, в принципе, иметь одно российское там, и два международных образования. То есть понял, что прежде всего необходимо, во-первых, это получение международного образования. По специальности это большой плюс, потому что, ну, литература бухгалтерского учета — это очень хорошо. Вот. Ну и опять же открываются большие перспективы, там, начиная от местных компаний, заканчивая международными компаниями уже в России. Есть, мне кажется, зарплата по сравнению, вот та же самая позиция или, скажем так, те же самые возможности. Зарплата работника твоего уровня в Новосибирске и Санкт-Петербурге, если ты не имеешь, но это просто твоя оценка. Вот что ты так прикидываешь, ты бы имел, хочешь в рублях, хочешь в долларах, сколько? Ну, минимум разница в 2 раза, мне кажется. Ну, то есть Питер более такая. Ну, да, но в Питере там, опять же, там как бы смотрят на твое образование, как ни странно. То есть, или у меня такое впечатление сложилось. То есть в Новосибирске там как-то, вот, ты не знаю, там, ну, стандартно у всех одно образование, ну, 2 высших образования в России, хорошо. А в Питере там, ну, Москва, наверное, так, по такому же пути. Там никого уже не удивишь, там 2 образованиями, там надо международные, какие-то дополнительные аттестации, сертификации проходить. То есть там люди вкладывают в образование много сил и времени. Вот, соответственно, там и зарплаты другие. Ну, уровень, например. Ну, уровень выше. Ну, я говорю, то есть если брать вот твой сектор. Мой сектор, то разница в 2 раза, я думаю, есть определенно. 2 раза. 1000, 2000 или 4, 8. Ну вот, если брать, например, по нынешнему курсу, в Новосибирске у меня было, сейчас курс на сколько? Ну, 50 долларов. 50, ну, как 50. Раз 1000 была, наверное, в Новосибирске. Ну, в Питере, я думаю, где 1000 такая должность точно есть. А если ты получишь, ну, то же самое образование в KOI, сертификат из CPA, что ты ожидаешь? Ну, про Новосибирск даже не говорим. Ну, да. Питер, Москва, что ты ожидал так? Ну, Питер, Москва, ну, я так не планировал, конечно, не рассчитывал точно какие там зарплаты. Вот, многое там еще изменится, я думаю. Вот, то есть, ну, я даже не знаю, там, зарплаты какие. Конечно, надеюсь на большие, да, там, 1000, там, сколько, 4-5 можно пожелать поначалу. Дальше как пойдет. Поначалу мне это нравится. Да, то есть мне тоже нравится, но... Пока я так далеко не смотрю. Я и так вот к чему говорю. Смотри, если разница 2000 и 5000, это значит, твое образование каждый месяц тебе дают дополнительные $3000. А $3000 на 12 месяцев – это $36 000. Твое образование здесь, тебе выходит, чисто образование, выходит порядка, ну, по 30 000, да? То есть фактически с проживанием, даже с проживанием, а проживание в Питере не дешевое. Да, здесь, наверное, подороже. По сравнению с Новосибирском не сильно дороже. Не сильно? Москва дорогая, но Москва, Питер, да, может быть. То есть, в принципе, все твои зарплаты, затраты выйдут там 50 000. Ну, давай считать, что 1,5 года. Если ты не работаешь ничего, ты просто вот живешь и учишься, 1,5, ну, максимум 2 года твоей работы после возвращения полностью оправдывают все твое образование, дальше ты идешь в плюсы. Теперь смотри, если бы ты закончил, это я уже, наверное, не для тебя, ты это все понимаешь, если бы ты закончил, предположим, университет за 70 чем-то тысяч, отучился у них за 10 000, там, 20 чего там у тебя недель, то у тебя получалось бы 80 с чем-то, и тебе уже отрабатывать пришлось бы лет 5, 4. Вот преимущество недорогих дипломов. Вот ты это просчитывал для себя? Ну, в моем понимании, вот, получение, так скажем, более дешевого диплома, оно как бы не сильно влияет на само образование человека. То есть от него же все зависит, как он учится, как он к этому относится. В разных компаниях есть своя как бы корпоративная линия, которую они проводят. Вот если зайти на сайты, ну вот там на NGS, вот Headhunter, вот, там прям некоторые работодатели, они прям прописывают, набираем выпускников вот с такого-то, такого-то университета. То есть для них это вот прям как определенное... Российского. Да, российского. Вот. Что касается международного, я не знаю, если себя зарекомендуют выпускники определенного университета, я думаю, на них впоследствии будут смотреть с приоритетом. Но говорят, что вот там, если у человека дорогое образование, и вот он 100% получит более высокооплачиваемую работу и быстрее ее получит, я бы не стал. Потому что, опять же, все от человека зависит, какой у него подход к обучению, вообще какой у него подход к работе, как он себя покажет в работе. То есть, ну, конечно, вот Ольга Соцкая пыталась такой вот мне вопрос задавать во время интервью. То есть, не считаете ли вы, что более дешевое образование даст нам как бы меньше шансов? Ну, в принципе, я вот ей как бы в таком ключе и ответил, что все зависит от самого человека. Желание он найдет с любым образованием, ну, я имею в виду международным, если вы смотрите в этой сфере, вот, он найдет нужную себе работу, как бы это точно. Вот, а делать ставку на то, что вот ты учился где-то там в Гарварде, да, или где-то еще, и ты там король по жизни, то я бы так не стал думать. Для Гарварда надо еще родиться в нужной семье, да, работать в нужной компании, учиться в нужной школе. И там уже свой путь, я думаю, определенный будет. У тебя будет, как и у всех других ребят, будет аккредитация в CPA, то есть у вас будет CPA регистрация, членство, и это как раз очень сильно нивелирует дорогое и недорогое образование. По секрету тебе скажу, но тебе это может быть не так важно. Самое главное не то учебное заведение, для бухгалтеров, не то учебное заведение, которое закончишь, а самое главное даже не то, может быть, насколько ты вытащишь знания из этого. Люди, которые хотят достичь высот в этом, должны следующим этапом сдать 6 предметов в CPA или CA. Вот, там как раз и делаются кадры, чтобы человек работал в очень престижной компании, Big Four, там, бухгалтерская, необходимо иметь все 8 IELTS и сдать вот эти 6 предметов CPA, и тогда тебя рассматривают. Вот. Без разницы, ты можешь окончить KOI или еще что-либо, и сдать эти 6 предметов, и можешь закончить Monash University и не сдать. Преимущество будет у того, кто сделал эти 6. Это типа такого, как неважно, в каком-то детском саду и даже школе, хотя тут вопрос есть, учился, судят по тебе, по твоей конечной квалификации. А конечная квалификация, мало того, что IQF, Australian Qualification Framework, говорит, что все эти квалификации одного уровня, они одинаковые. В конечном счете будут тебя смотреть по твоим способностям и по тому, имеешь ли ты CPA вот эту вот квалификацию, эти 6 предметов, и какой у тебя IELTS. Это, кстати, к вопросу о том, что Ольга иногда говорит, что для работодателя нет разницы, какой у тебя IELTS, сдал ты его или нет. Потому что ты намерился сдавать IELTS, вот я тебе объясняю, это очень большое преимущество. Почему? Представь себе, я беру на работу человека, который должен знать японский язык. Каким образом я буду знать, знаешь ты его или нет? Единственное, я не могу с тобой говорить на японском, ты мне можешь всякую лабуду говорить, я буду думать, что это нормально. Люди не знают английский на очень хорошем уровне, им не надо, они бизнесом, большим бизнесом занимаются. Соответственно, то же самое вот с японским, то же самое с английским языком. если ты приезжаешь и имеешь регистрацию там, CPA-ную, и у тебя IELTS 8, предположим, это звучит. Если ты едешь сюда, и у тебя уже высокий балл, тебе намного легче учиться. Это к вопросу о том, почему ребята с высоким IELTS получают легче визы на высшее образование сюда. Они уже показали, что они желают учиться, и уже показали, что они будут хорошо учиться. Хорошим английским легче учиться. Но люди, которые едут сюда и здесь учат IELTS, допустим, preparation course, это люди, которые в России будут иметь гораздо больше шансов. Потому что пока ты не сдашь IELTS, и честно, вот честно, я бы поверил больше сданному в Сиднее IELTS, чем в Москве, и уж тем более в Бангкоке, допустим. Хотя, как бы это все спорно, но все-таки. Поэтому вот как-то так. Какие, я понимаю, что ты там первые сутки, но какие твои впечатления от Сиднея? Ну, очень положительные впечатления. Вот, был здесь, получается, чуть больше года назад. Стоило вот мне сюда приехать, сразу воспоминания все нахлынули, то есть сразу я вспомнил, что забыл. Вот вчера даже немного попутешествовали. Куда? Куда мы путешествовали? Александр. Он уже спит. Ну, где-то мы за 300 километров уехали. За сколько? За 300. Это куда? За Блю Маунтин, что ли, куда-то? Или вниз, или вверх, куда? Ну, рулевой был от Александра, я уснул в пути, проспал большую часть. Вот. А что там, горы, море, что? Я уже ничего не помню. Отлично. Это что значит вести человека, который там с колес, он только спит. Впечатление прекрасное, выспался в конце концов. Еще даже попутешествовал. То есть так первое впечатление. Ну это ты не первый, ты даже не второй раз, да, или второй? Второй раз. Мы даже встречались тогда, я просто убей бог, я уже помню. Была какая-то сходка российских мигрантов. Шашлык жарили, по-моему, уже не помню. Какое-то там было... Слушай, а это барбекю было студентов. И ты тогда как раз приехал. Да. Классно. Я думаю, сейчас надо будет зайти, наверное, в Lloyds, посмотреть. Вот, тебе это еще... некоторое количество дней, сейчас надо обустроиться, все, ну, просто, чтобы потом было все понятно, как все это делается. Вот. Большое тебе спасибо, Никита, за то, что ты получил визу. Да, это я должен говорить спасибо многим людям в этой комнате, ну, я сказал, всем людям в этой комнате. Да. Вот. Просто я надеюсь, что, как и Александр, мы не первый раз делаем видео, и на следующем видео ты уже поделишься своими впечатлениями по обучению в Lloyds College. Почему? Я могу отсылать людей практически в любое учреждение. Любое учреждение, по крайней мере языковая школа, с радостью подпишет со мной договор. Более того, ты же понимаешь, чем более дорогая школа, тем больше заработаю на комиссионном, правильно, да? Вот. Я понимаю, что у работников департамента иммиграции есть, точнее с 1 июля будет список или рейтинг учебных заведений школ языковых. И как бы подразумевается, что в этих языковых школах обучение будет как бы лучше, и, соответственно, визы туда будут даваться легче. Просто то качество обучения английскому языку, которое сейчас есть в Lloyds, то качество обучения профессии, ты увидишь, сейчас ты увидишь не качество обучения, потому что ты пока здесь не учишься, полгода не будешь учиться до марта. А ты увидишь отношения менеджеров, ты уже увидел его, отношения Саша тебе рассказал, отношения преподавателей, те же преподаватели, что во всех этих Юни, Сидней, Нью Саус Уэллс, Маквори, UTS. Вот. Просто все то, что наработано, и все то, что дает нам возможность здесь получать максимум образовании, в жизни, от минимума, который мы вкладываем, я просто не хочу потерять. Мне несложно сделать завтра, чтобы у меня был Navitas и University of Sydney. А проблема в том, что это не будет полезно для студентов. Ну что, большое спасибо, Никита. Вам спасибо.